прострелом через дверь в голову Смухи. Черт. А, как поздно ты сказал! Всем доброго времени суток, дамы и господа, я рад вас видеть у себя на канале. Я помню, что мы обещали вам записать катку в ММ, но, к сожалению, в ней я только умирал, а мой тиммейт делал вот такие красивые килы. Поэтому нами было принято решение записать в очередной раз напарники, потому что он у нас получается, у нас летит, и, в общем, вот очередной выпуск. Хорошего настроения и приятного просмотра. Ну что, народ, первая каточка, погнали. Ух ты, у них клан какой-то. Умерли. Да, кстати, у меня новые наушники. 1000 рублей. Не, ну красава. Реально круто. Менять. Ок. Ух ты, это как? Неплохо там парнишка вышел просто из смока и тут же мне в голову дал одной пулей, как будто знал, что я тут стою. Усы чешутся. Второй без головы. Сел. Да. Фу! Непростая половина получилась. Нормально. Да как вы живете-то, а? Камон. Машина. Апдаун у меня. Пикай. Нормально. Быстро. Чихнула. Легчайшее для величайшего. Первый взяли. Извини. Ну-ка, нахуй. Ну-ка. О, калаш. Я на ТикТоке вообще не матерюсь, а в Ютубе это максимально минимализирую. Я не хочу превращаться в ворущего этого. Да, да, да. О. Если в папича превращаться, то нормально, если в бустера, то говно. Папич топ. У меня лагает КС. Я... Что происходит? Я просто не могу играть. У меня такое ощущение, как-то меня дудосят. Забавно. Что это будет? Самая короткая катка в истории моего канала? Режь, режь, режь! Ай, говно. Блин, у меня 2 звезды, я взяла. Вторую взяли, но вы видели, это было, видимо, просто парни сгорели. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрите. Посмотрите на это. Вот мой красавчик. Ай, люблю. Ай, лучший. Ай, лучший вообще. Надо за эту сторону как можно больше раундов постараться выиграть. Да ладно, неужели сейвить будет? Смешно. Да блин, ну почему я так глупо поступил? Что это такое? Просто запаниковал. Ты меня сейчас спас только. Я убью его. Сказал же, убью. Опасно, играй. Зачем ты трашишь?
Ты его подстрелил. Кстати, ребят, смотрите, пока перерыв, что я себе взял. Это V8. Хорош. Он через окна эти зашел, хотя я туда молик бросал. А для чего? Один внизу. Я удивляюсь этому человеку, но круто.